Мир человеческий изменчив. По замыслу его когда-то сделавших 100 лет тому назад любили женщин, а в наше время чаще любят девушек. 100 лет назад ходили оборванцами, неграмотными, в шкурах покоробленных. 100 лет тому назад любили Францию, а в наше время чаще любят родину. 100 лет назад в особняке помещичьем, при сальных оплывающих свечах, всю жизнь прожить чужим посмешищем легко могли бы. Но сейчас не любят нравственных коллег, веселых любят, полных смелости, таких, как я. Веселый человек, типичный представитель современности.